Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и скромняшка моя, скромняшка Криски. Что мы сегодня будем делать? У нас спонтанно родилось видео здесь на отдыхе, мы смотрим на горы, не устаю повторять, очень все клево, да? И на самом деле здесь продается очень много местных сладюшек. Одно дело, пойди на рынок и у нас там в Ростове купить чурчхелу и так далее, хотя здесь чурчхелы, выбора вообще у нас даже такого и нету, я и не видела. Да есть. В общем, мы набрали кучу сладюшек, смотрите. И еще взяли местный чай, поэтому сейчас, крошки мои, бегите скорее, делайте чай и возвращайтесь. Ты че смеешься? Аккуратно, а то они узнают, что ты в очень крутых шортах сидишь. Что, тебе не нравится твой индийский обряд? Шапку. Я работаю над имиджем Кристины, пока что неудачно, потому что она очень сопротивляется. В общем, сейчас бегите скорее за чаем и возвращайтесь к нам, мы тоже пока его заварим. Чай у нас будет тоже местный, наш чай, ручной сбор с любовью из Сочи. Это черный чай, черная смородина, чабрец и душица. Я сейчас открыла, от него такой невероятный аромат. Белиссимо. Это не факт, что он крепкий. Ну давай насыпай половинку. Давай поменяем, если я все это хочу. Ты все хочешь? А у нас ножика нет, да? Мы же будем кусать, я специально не взяла. А вот это? Тоже будем кусать. Не чувствую. Ничего нет, все натуральный продукт. А это что? Натуральная Сочи. Вот это взяла. Решила все-таки вас немного ближе придвинуть, потому что мне так с вами комфортнее общаться, когда вы близко. Потому что было мне юбку тогда и не надевать. Так, разговаривать нужно нам погромче, так, чтобы слышно было, потому что малой спит в соседней комнате, мы его там положили крепко. Кричать нельзя? Ну да, кричать нельзя, поэтому... Не, можно погромче разговаривать, но все-таки в другой комнате. Итак, мы заварили сейчас чаек, и реально он очень-очень вкусный. Ну, мы еще не пробовали его, но... Он реально вкусный. Но аромат... Он безумно вкусный. Ты будешь долго стучать? Слушай, а может быть это чай, помнишь, как мы пили когда-то и смеялись? Вот он уже аромат повеял, и хочется вот веселиться. Ржать хочется. Прям вообще хочется. Вот в ее видео хочу, что хочу, то и делаю. А у себя такая скромняшка. Костинка только не скромняшка в моих видео. Итак, давай с чего-нибудь начнем. У меня есть вкусняшки, которые я купила на самом деле в магазине. И я такого еще не видела и не пробовала. Не знаю, может, я отстала человека. Вот ты такое видела когда-нибудь, например, вот. Но мне понравился дизайн, наверное, да? Банан в шоколаде. Ну, я что-то слышала. Ты слышала что-нибудь о бананах в шоколаде? Я слышала что-то о бананах в шоколаде. Натуральные солнечные сушки, без консервантов, в глазури. В общем, мне интересно, целые бананчики или там маленькие бананчики. Вот надо попробовать. Потом Кристина любит семечки. И она хотела давно семечки. И я увидела дрожжи, семена подсолнечника в шоколадной глазури тоже. А, так это не семечки. Это семечки в глазури. Дрожжи, семена. Кстати. Это разные вещи? Ну, конечно. Они без шкорок. Это то, что сажают для подсолнуха? Они без шкорок. Ну? Так это уже не семечки, это семена. Так это же хорошо, что без шкорок. Меньше. Но это уже семена. Меньше нам работы. Быстрее. Да это быстро съела, блин. Ну, это мы будем пробовать. Это я не пробовала, да? И то, что я купила, это мы, наверное, не будем сейчас пробовать, потому что иначе мы просто толстые уже не будем в конец, не будем влазить просто в кадр в конец. Это Милка, которую я попробовала в Москве, и это продается. И меня вот эта вкусняшка просто поразила, потому что она кайфовая. Для тех, кто любит вкусняшки, вот можете попробовать. Именно вот такая штука. Вот. Не помню, сколько стоит, но я должна была вам сказать об этом. Это выпечка? А, да. И дальше у нас куча всякой фигни, которая здесь продается. Вкусняшек фигни, да? Слушай, фигня. Слушай, там в магазине купила хорошо, взяла фигня. И с чего начнем, Крис? С чего ты хочешь начать? Ой, я хочу вот чурчхелу. У нас есть... И вот эту штуку. Давай с чурчхелы начнем. У нас есть два вида чурчхелы. Одна чурчхела классическая, которую вы знаете.
Я взяла две маленькие, ну так, чтобы мы не обожрались. Это виноград темный, я просто знаю, что он вкусный. Естественно, грецкий орех, потому что чурчхеллу я люблю с грецким. Ты любишь с грецким? Очень. С фундуком нам не очень нравится, хотя у них были смешанные, разные, но фундук не наши. А вот это, по-моему, то ли инжир, то ли киви. Короче, мы сейчас будем пробовать. Вот я не помню, киви. Что это зеленое. И также у нас есть чурчхелла, вот такую я еще не ела. Это с фруктами, то есть здесь нет орехов, это фрукты. И здесь очень кизил, мизил, короче, мы тоже будем пробовать, что за фрукты. Что это такое? Банан или что это? Короче, будем пробовать. Давайте сначала мы будем пробовать с обычной нашей, классической. Давай поймем, чтобы не сбивать вкус, поймем, что за зеленая фигня. На, Крис. Мы специально не брали ни ножей, ни вилок, хотя Кристина протестовала, но я говорю, ну чё, блин, и так все красиво. Надоело разговаривать уже целый час. А чё ты грязными руками? Я помыла руки только что. Да я шучу, я имела в виду прям кусать. Шутит он. Как нежненько. Орешек. И чё это зеленое? Краска. Это все желе подкрашенное, да? Не помню, что наговорила это. Инжир? Да цвет просто. Крыс, ты что позоришь в Сочи, блин? Да просто цвет. Я не поняла. Сами Сочи очень богаты природой. А люди везде как люди. Подсыпают красители. Подожди, может это киви? Вы поняли смысл, да? Вкус неоднозначный, мы не можем сказать, что это. Я уверена, это такой же. Ну, что скажешь? Такой же, да? Ты была права. Теперь я понимаю, почему видео, где кушают, очень длинные. Быстро нереально есть. Вообще, по правилам, нужно пережевывать как следует. Да. 100 раз один кусочек нужно жевать. Такой же или есть привкус другой? Какой же? Одна фигня. В общем, мы оставим, потому что орешки реально вкусные и очень мягкая вот эта вот штука сверху, которая. Давай запьем. Да, запьем. Чаинки во рту. Не люблю. Оттого я люблю пакетиками все пить. Но там не было пакетиков. И хорошо, что не было. Ты смотрела камеди? Пойдемте со мной в номер. Почему же она такая выпивает? Потому что я недостаточно пьяна. Так и ты. Хорошо будет. Теперь мы будем... Посмотрите, как сделала Кристиночка. Она просто вообще мега девчоночка. Она нашла место для того, чтобы деть недоеденную чурчхеллу. Вставила цветочком. Да. Вот такая вот. Давайте теперь попробуем чурчхеллу другую. Ой. Да, я думаю, вот эта вот такая же. Ну, как минимум, там нет орехов уже, Крис. Вот это пастилушка. Скажи, что за фрукты там. Персик я вижу. Я ошиблась. Вкуснее? Там уже какие-то сухофрукты. Персик. Вкусно? Я вот сколько видела, на самом деле, в Краснодарском крае, такие вот чурчхеллы, мне казалось, что, вот как я и сказала, просто желе подкрашено. Интересное. Да? Ну, то, что я не могу понять, белое. Кешью, может быть, это? Нет, тут орехов нет. Может, ананас сушеный. Ишь ты. Не, подожди. Ананас-то захотела. Или инжир. Нет, вот это продается. Ну, оно продается, инжир. Какой? Нет, инжир уже красный. Что это интересно? Может, правда орех так расплюснула орешек? Ну, что это, не пойми, что это. Какие ноготочки у Кристины. Ладно. Ну, в горах сегодня лазили. Там семечки, по-моему, есть, да? Не пойми, что это за фрукт. Необычный. А давай вторую. Яблоко обычное. Может, это и яблоко, кстати. Давай вторую. Ты все складываешь на пастилу. Крис, до пастилы не доберемся.
из этих отходов. Просто все пахнет орешками. Хотя оно рядом висело. Здесь другой же, да, вкус? Здесь вот это вот как чернослив. Чернослив. А вот белое что идет, не пойму. Мне кажется, айва. Яблоко. Должна быть, я говорила. Кусочки, ну, киви. Очень вкусно, кстати. Короче, классно. Но нас еще ждут очень много приключений сладких. Давай запьем. Горячий чай. Уже подостыл. Пей давай. А сколько стоит? Слушай, 75 рублей маленькая. Маленькие по 75 рублей, по-моему. И те, и с орехами, и такие. Сейчас Кристина такая раз. За эти деньги должны свежие, блин, килограмм положить. Ну, подожди, они же делали, подожди, замачивали все это. Ты чего, целое дело. Вот это, например, стоит 470 рублей. Вот такой набор разной фигни. Я не знаю, как назвать это. Мне продавщица сказала, что это невероятно вкусные вещи. Вы не пожалеете, если это возьмете, должны взять. В общем, я раз должна, раз я взяла. В общем, мы завтра идем в бассейн. Я чувствую... 5 килограмм не будет у тебя сброс. Я вот хочу. Так, давай. С вот хлебушком. Это знаешь что? Это хворост, по-моему. Угу. Вот такая штучка. Я их ела в Турции, по-моему, помню. Они должны быть вкусные. Бери, кусай. То есть вот так прям, да? Да. Ой, она разваливается. Она вся пропитана медом, мне кажется. Класс. Ну-ка, дай кусочек. Тогда покажу. Вот ты подожди. Я покажу, а ты подожди. Вау. Не пойму. Я думала, будет просто слоеное тесто. Это слоеное тесто, оно просто напрочь пропитано. Но это что-то вообще. Очень вкусно. А с чем это? Мед? Я думаю, да. Мед, орехи. Мед, орехи. Понятно, но... И оно все так мелко-мелко, да? Невероятно, что-то вообще не пойму. Нет кусков больших, что в жизни. Оно все мелко-мелко, и какой-то вкус получается. Реально, Восток – дело тонкое. Угу. Поработали. Откуда они придумали такое? Давай запьем. Давай запьем. Это фишка нашего видео. Думаешь, слышно? Что? Я просто же давай запьем, смеемся. Ты что, пукнула? Девочки не пукают. А что слышно? Что ты? Что ты вот так пьешь? Пьем как дома. Девчонки, наши подружки, уже кто пишет все время? Девчонки, я с вами сижу как с подружками. Ну мы же можем нормально попить чай. Нет. Не выпендривайся, девочкам, перед другом. Девочкам нельзя такие звуки сдавать. Перед мальчиками нельзя, но перед друг другом мы же можем сходить в туалет и... Слушай, у нас вообще еде видео, сейчас тоже взяли вкусняшки, а мы давай про туалет. Ладно, все. Вот это что? Ой, это вообще сладющая штука. Давай нам потом оставим, собьет сейчас нам все это. Может на два дня разобьем вообще? Нет, мы должны все в раз снять. Смотри, уже 12 минут снимаем, давай быстрее. Так, убирай весь свой мусор с постелы. Теперь у нас есть пастилушка. Мне кажется, вот здесь точно краски просто, да? Поэтому мы прям все пробовать не будем. Нет. Все будем пробовать? Да не все, но мы какие-то попробуем. Крис, бери, какая на тебя смотрит, пастилуха. Красная. Давай. Потому что они восточные, значит, надо красную. А я хочу взять серо-бурказивую. Вот такой цвет. А сверху покрыта пленочкой. Да, сверху покрыта пленочкой, каждая завернута. Короче, она говорит, вы попробуйте, а потом возьмите целую, короче, моток, шматок. Я пастилу не пробовала. Я помню, мне присылали восточные сладости, и в итоге они... Это пастила, да? Пастилу не дали мне. В детстве вкуснее была пастила. Нам бабушка приносила там за дом. Продавала, так и покупала. Я первый раз... Не, не первый, я уже пробовала. Она должна так тянуться. Ну да. Эта пастила не тянется что-то. Просто там для магазина. И что-то какой-то привкус. Вот запах мне не нравится. У тебя другой?
Ну, такое. У тебя тоже такое. Она сказала, что они заворачивают каждый день это. Короче, я не буду пастилу брать домой. Вот пока что, если это хворост, да? Давай запьем. Давай. Чайная пауза. Что ты сделал? А, ты чипками клюешься? Я думала, ты... То, что не жуется, выплюнула. Я думала, что пастилу выплюнула. Пастилу в чай плюнула. Ну так, наконец-таки мы добрались до того, что я еще не пробовала. Может, когда-то пробовала? Не знаю, что это, ты знаешь? Ты пробовала? Тут разные орехи в разном. Вообще, короче, куча всего. Выбирай. Как желейные конфетки. Выбирай, короче, что ты хочешь. Я взяла... Красненькую. Я взяла... А я с оригинальной сейчас. Возьму другую. Ты что, дальтоник? Какая она красная? Вот какой-то цвет. Серо-бурмалин. Ладно, я с оригинальчиком. Под ногтю. Мои ногти сейчас даже в крапинку в такую. Я с оригинальчиком. И возьму красную. Вот с такими семками мелкими. Вот научились красители добавлять. Кидают во все. А вообще же не попадя. Ну, как щербет вот это. Я ее почему взяла? Я скажу почему. Потому что все прозрачные, эта посредине была непрозрачная. Я быстрее ее схватила. Да, чтобы, сейчас я попробую. Нам... Чтобы быть необычной. Вот какая ты, да? Все продумано у меня. Ну, я так и представляла. Интересно. Ну, вкусно, да. Слушай, она говорила, что как щербет. Ну, только тут одна как щербет. А остальные все в желе. Вот еще какая-то коричневая. Сейчас попробую. Это такая же. Ну как они называются? Вот эти восточные тоже. Я уже на... Да, откуси чуть-чуть. Другой вкус. Ну, как вот этот. Короче, девочки, если будете сюда ехать, реально, вот такую берите одну. И не надо брать целые нарезные. Вот берите и пробуйте. Вот это вот я не знаю, сколько я буду жрать вот это все. Месяц, мне кажется, вот одну просто вообще взять. И порезать ее на 100 частей. И тянуть месяц, да? Очень сладкая, она плотная. Давай запьем. Давай запьем. О. Шевелись. Зачем? Зачем? Солнце уходит. А! Я думала. Что за кукловод? Шевелись. Так, ладно, у нас осталось еще. Моя любимая. Моя любимая пахлава. А видите, вы говорите, что я только я Кристину обижаю. Нифига, она тоже. А мы вот не будем есть? Будем, давай, кусай чуть-чуть. Ну все, вкусное купила, блин. Ну это есть, пробовать неделю надо было. Натощак каждое утро. Девчонки бы уснули, если бы мы неделю. В один день вкусняшку одну, мелкую, да? Ну вот это похоже. Давай запьем. Нифига. Пахлава лучше. Ой, нет. Вот то другое, которое мы пробовали лучше. Ну что, давай тогда банан. Все, остался банан и семечки у нас. А мы уже вообще трындец, просто шарики. Давай закроешь глаза. А зачем? А чтоб ты не видела. Чтоб я угадала, что и это? Ты попробуешь. Все, давай. Давай. И покажу девочкам поближе. На. Но, похоже на банан. Похоже на банан в шоколаде. Открывай. Ну, вкусно. Короче, это сушеный банан, да. В шоколаде, нормальный шоколад, да. Не тонким слоем. И тут много их. Сколько стоит, не помню. Вот это вкусно. Ну и семки. Семки, а точнее... Семки. А точнее... Семовенки. Семовенки. А точнее, Крис, как ты сказала? Семена. Ты же. Ой, они такие здоровые. Это крупные семки. Ушла, ну интересно. Это для тебя. Да, ничего так. Все, что ли, а Милку не будем пробовать? Ты хочешь, я тебе открою секретик.
Короче, мне вот это понравилось. Давай еще укусим. Нет, я наелась. А я укушу. Не трогай. Не помню, сколько это стоит. Да, я тоже это кушу. Говорит, не хочешь, а я съем. Не трогай. Сама предложила. А потом вот так сделала. Говорит, не трогай. Надо сразу соглашаться. Ты что, ты думаешь? Ну ладно, больше не буду. С всех сторон обкусала все. Едим с одной стороны. Едим с одной стороны, едим. Ну какая разница? Правда. Чё это я? Ты можешь дать дай? Свои огрызки. С тобой удовольствие. Не тронь. И вот еще. А, это мой. Я все время так говорю, Крис, надо вот это вот убрать. Ты будешь убирать, мои рядом лежат. Не, у меня одна кофта, а ее весь тон. Ты будешь убирать? Рыжья свои, у меня одна кофта там лежит. А недавно, ты даже этого не знаешь, на стуле лежат вещи, короче. И я такая думаю, так, я убираюсь, такая убираюсь, смотрю, думаю, сейчас Кристине скажу, Кристина, убери свои вещи, потом такая разглядываю, а там все мои вещи. Я думаю, блин, хорошо не сказала, а то бы она сейчас на меня нарычала. Давай запьем. Давай запьем. Че ты ведешь себя как нормальная девчонка? Как уходящее солнце за гору. Правильно говорит, за гору. За гору? Да. Здрасте. Здрасте, до свидания. Уходящее солнце за гору? Да. Да ладно? Да. Я сейчас посмотрю в интернете. Да что в интернете, я тебе говорю. Это мой словарь. Это мой словарь сирень, правильно? Сирень. Это твой почерк, да? Да, главное говорит за гору. Как я сказала? Вышла на балкон и сказала, на горы, на горы. Это... Я вспоминаю. Диалект Селены, да? Ну все. Да. Подожди, мне Кристина недавно скинула такую вещь. И там было написано, что человек, который что-то создает, это Достоевский либо пишет, сказал. Либо снимает. Да, Достоевский написал, что у каждого свой почерк. И даже если кучу редакторов работают над какими-то книгами. Нет, если я считаю, что здесь надо ставить запятую, то я ее поставлю. Если не считаю, то не поставлю. Да. Вот сам автор, короче, он ваяет и решает то, что он будет выпускать. Вот я обожаю все свои словечки, я обожаю неправильные ударения, и меня абсолютно не смущает какое-то неправильное написание слов или говорения. Тем более, что когда ты говоришь, еще параллельно думать об ударениях, о словах. Ну, это, да. Это не свойственно. Да. И еще людям. Раз повторимся, что если кто-то хочет смотреть канал Культура, да, пожалуйста, туда. Так даже Путин, вот с ним сколько бесед было, вот вопросы задавали, он очень часто ударение не туда ставит, ничего страшного. Смысл-то понятен. Он президент. Очень грамотно образованный человек. Да. Давай запьем. Давай. Все, что мы сказали. Ладно, все, наши принцесски. Все, принцесски, мы с вами прощаемся. На самом деле... Ты как рупор там. Все, принцесски, мы с вами прощаемся. На самом деле, рады были пожрать с вами вкусняшки. Надеюсь, слюна ваша не потекла. У вас тоже было вкусного много всего. И вы тоже, может быть, собираетесь в эти прекрасные места. Мы вам всем рекомендуем, да? Да. И если что, берите, пробуйте. Вот пастила нам не понравилась. В общем, вы в ходе поняли, что... Горка карусель. А, горка карусель. Здесь есть горка карусель, горки гует, Рози Ахутер. Да, но этот прикол вы увидите во влоге. Все, мы вас любим, целуем, прощаемся до следующего видео. Всем пока-пока! Пока. Кстати, с вами была скромняшка Крис. Ссылочка в описании.